Доброе утро! Сегодня подарим друг другу легкость и гибкость на растяжку. Садись. Ноги согнуты, руки за спиной. Слегка отклоняем корпус назад и начинаем работать. Прогибаемся в спине, сводим лопатки, макушкой тянемся в потолок. Задержались на несколько секунд, а затем округляем спину, опускаем плечи и подбородок вниз и подкручиваем таз. Теперь одну ногу подгибаем под себя, вторая согнутая сзади. Руку кладем на талию, опираемся на прямую руку и выталкиваем таз вверх. И хорошенько растягиваем боковые мышцы. Не заваливайте корпус, старайтесь максимально вытянуться на подъеме. И для третьего упражнения переднюю ногу ставим на стопу, согнутая нога сзади, округляем спину и тянемся корпусом вперед, выпрямляя ножку. В конце берем носок на себя, плавно поднимаем корпус, даже слегка можно прогнуться в спине. Снова округляем спину, подтягиваем колено и продолжаем делать волнообразные движения корпуса. Растяжка – это не только разминка или заминка в процессе тренировки. Она сама может быть полноценной тренировкой. Занимайтесь регулярно, и пускай спорт станет вашей хорошей привычкой.